военкомат когда? Во вторник поеду. А в прокуратуру не отправляла, ничего? Да там сайт пока что-то недоступен. Мы пробовали. Будем пробовать, короче. А нашу прокуратуру? А то уже уж так получается, но и тебя почему-то недоступен. Не знаю. Ну попробуем еще, попробуем. А, тут это для меня окружение, скоро, наверное, попадем, блядь. Да ты чего? А, да нас в роте 35 человек. Должно быть 100 с чем-то, а нас 35 всего лишь. Ну, нихера себе, блин. Это все блин, красиво. У Путина по телевизору, блядь. Ага, блин, вообще все, вот что я прям... Как пушечное мясо здесь. Блин, вы попали, а. Домой только 300 мукли только, или 200. Ну, понятно, ну ты береги себя, Серёжа, ты вообще будет жопа, засада. Ага. То, что тут ни отпусков, ничего не светит. Ну да, ну это, видишь, я спрашивала, это только командиру надо. Ты командиру надо тут по барабану, они в штабе, если что случится, они первые убегут. У нас мобилизованные ротные, да, и такое. И выйти не дают, если только 300 в госпитале в Россию, а так бесполезно. И денег не платят, снабжение, вот этому, конечно, ничего, ни ротации ничего нету. Выпутывай меня с этого дерьма, я уже устал. Да, я представляю.